когда мольба не остается без ответа. Если сердце обращающегося к Аллаху с мольбой сосредоточено и всецело устремлено к нему, и при этом мольба его выпадает на один из шести периодов, в которые мольба не остается без ответа, это последняя треть ночи, время азана, время между азаном и камой, время после обязательных молитв, период с вошествия имама на мимбар и до окончания пятничной молитвы и последний час пятницы после послеполуденной молитвы. И если сердце человека исполнено богобоязненности и смирения перед Господом, и если человек обратился в сторону киблы и пребывает в состоянии ритуальной чистоты, возденет руки и начнет с восхваления Аллаха, а потом призовет благословение на его раба и посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и предварит мольбу свою покаянием и спрашиванием прощения, затем обратится к Аллаху, будучи настойчивым в своей мольбе, стремясь снискать его расположение, взывая к нему с надеждой и страхом, используя в качестве средства приближения к нему его имена, качество и единобожие, и подаст милостыню. В этом случае его молитва не будет отвергнута, особенно если он обратится к Аллаху с одной из просьб, о которых пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что они обычно не остаются без ответа или содержат в себе величайшее из имен Аллаха. Такие мольбы есть в сборниках хадисов. Так Абдуллах ибн Бурайда передает от своего отца, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, услышал, как один человек говорил «О Аллах, поистине я прошу тебя посредством того, что свидетельствую, что нет божества кроме тебя, единственного, самодостаточного, который не рождал и не был рожден, и не был равным которому ни один». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал он просил Аллаха посредством такого его имени, что если его просят его посредством, он дарует просящему то, о чем тот просит. И если к нему взывают посредством этого имени, он непременно отвечает взывающему. Передали Абудаут от Тирмизи и Маджа. А в другой версии говорится, ты просил Аллаха посредством величайшего из его имен. Передал Абудаут. А Насыбен Малик, да будет доволен им Аллах, передает, что однажды он сидел вместе с посланником Аллаха, мир Ему и благословение Аллаха, и рядом один человек совершил молитву, а потом обратился к Аллаху с такой мольбой: О Аллах, поистине я прошу тебя посредством того, что тебе хвала. Нет божества, кроме тебя, благодетеля! Создателя небес и земли, о обладатель величия и щедрости, о живой, о вседержитель. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, он обратился к Аллаху посредством его великого имени. Если к нему взывают посредством этого имени, он непременно отвечает. А если его просят о чем-то посредством этого имени, он непременно дарует просящему то, о чем тот просит. Передали Абу Дауд, Аннасаи и Бамаджа от Тирмизи. асма бинт Язид, да будет доволен ею Аллах. Передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал. Величайшее из имен Аллаха упомянуто в этих двух аятах. И ваш Господь, Бог единый. Нет божества, кроме него милостивого, милосердного. И в начале суры семейства Имрана, Алиф Лям Мим, Аллах, нет божества, кроме него, живого Вседержителя. От Тирмизи сказал, это хороший, достоверный хадис. Абу Хурейра, Анас ибн Малик и Рабия ибн Амир передают, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, держитесь за слова, о обладатель величия и щедрости, передали Ахмад от Тирмизи. Это значит, что следует неуклонно придерживаться их, чаще произносить их и упоминать их в своих мольбах. Тухват Аляхвази. Анас Малик, да будет доволен им Аллах, передает, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был озабочен чем-то, он говорил «О живой, о вседержитель, прошу о помощи посредством милости Твоей», — передал от Тирмизи. Абу Умама, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Величайшее имя Аллаха упоминается в трех сурах Корана. Корова, семейство Имрана и Паха. Аль-Касим сказал, и я искал его, и обнаружил, что это слова — «Живой Вседержитель», — передал альхаким хаким Саад ибн Аби да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Мольба, с которой обратился обладатель рыбы, то есть пророк Юнус, мир ему, находясь в утробе Кашалота, «Нет божества, кроме тебя, причистый, поистине я был одним из несправедливых». Когда бы ни обратился мусульманин к Аллаху с этой просьбой, он непременно получит ответ на свою мольбу. Передаля Тирмизи Ахмад. Сад также передает, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не сообщить ли вам о такой мольбе, что если кто-то из вас обратится с ней к Аллаху после того, как его постигнет какое-нибудь из мирских бедствий?» Аллах пошлет ему избавление. Это мольба обладателя рыбы, пророка Юнуса, мир ему. Привел Аль-Хаким. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, когда случалось горестное событие, нет божества, кроме Аллаха, великого выдержанного. Нет божества, кроме Аллаха, великого Господа трона. Нет божества, кроме Аллаха, Господа небес, Господа земли и щедрого Господа трона. Передали Аль-Бухари муслим. То есть того, который не спешит наказывать и карать, воздавая за упущение, а напротив, даже избавляет совершившего эти упущения от того, что причиняет вред, по милости своей, то есть того, который откладывает наказание, хотя способен наказать, великого, для которого нет ничего непосильного, и щедрого, дарующего сверхзаслуженного. Фатхальбари. Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, передает. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, научил меня говорить, если меня постигнет горе, нет божества, кроме Аллаха, выдержанного щедрого. Причист Аллах, благодатен Аллах, великий Господь трона, и хвала Аллаху, Господу миров, передал Ахмад. Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет «О Аллах, поистине я раб твой, и сын раба твоего, и сын рабы твоей. Я подвластен тебе. Решение твое обязательно для меня, а приговор мне, исполненный тобой, справедлив. Я заклинаю тебя, о Аллах, каждым из твоих имен, которыми ты назвал себя сам или открыл кому-либо из сотворенных тобой, или которые не спаслал в твоей книге, или оставил у себя сокрытыми ото всех, кроме себя. Сделать Коран благодатным дождем для моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства, то Аллах непременно избавит его от печалей и забот и заменит ему их радостью. Его спросили о посланник Аллаха, может нам выучить их?» Он ответил «Да, тому, кто слышал их, следует выучить их». Приводят Ахмад, Ибн Хиббан, Ибн Ассунни. Ибн Масуд сказал «Какого бы пророка не постигла беда, он непременно взывал к Господу, прославляя его». Известно множество хадисов о достоинстве восхваления и прославления Аллаха. Например, посланник Аллаха, Мир ему и благословение Аллаха, сказал, с того, кто по сто раз в день будет говорить, причист Аллах и хвала ему, будет снято бремя всех его грехов, даже если будут они подобны пени морской. Передали Аль-Бухари, Муслим и Бамаджа от а Тирмизи.